Віктор Чумак, я народний депутат України, член українського парламенту з 2012 року. Вчора я брав участь як міжнародний наблюдатель в контролі за процесом голосування в Грузії на виборах президента Грузії. Ви знаєте, я хочу сказати, що Грузія пройшла достатньо великий путь на пути, скажімо так, встановлення демократичних процедур. Я чітко бачив, що тут зроблено такі шаги, які дають можливість контролювати в основному процес волеизъявления людей, процесс в том числе и голосования. Мне понравились некоторые процедуры, которые, можно сказать, необходимо ввести в Украине. Это маркировка пальцев, это бюллетени сами в конвертах, это контроль за ходом голосования со стороны человека, который сидит непосредственно возле избирательной урны. Это все было здорово. Однако, есть очень серьезные проблемы, которые я вчера увидел и которые я считаю неприемлемы в демократическом обществе. Я считаю, что вчерашние выборы были абсолютно контролируемые властью. То есть процесс волеизъявления он был контролируем. Знаете, вот этот посыл, который был дан властью о том, что будут списаны долги практически 600 тысячам грузинских избирателей, грузинских граждан, он многих подвинул на то, чтобы прийти на выборы. Вместе с тем я видел очень большое количество людей, которые называли себя координаторами, которые имели списки людей, которые должны прийти на выборы, и которые жестко контролировали то, чтобы именно эти люди появились на своих избирательных участках и они проголосовали так, как от них требуют. Я видел очень большое количество людей криминального вида, которые подходили к людям грузинам и, ну, не знаю, о чем говорили, но, скорее всего, это было тоже своеобразное давление на избирателей. Как по мне, это все говорит о том, что вот такой процесс волеизъявления не был свободным. Это как минимум. Как по мне, это все говорит о том, что такой процесс был абсолютно регулируемый властью. Не знаю, позволяет ли грузинское законодательство иметь такие списки свободно на руках у граждан, у которых есть персональные данные практически всех людей, которые приходят на избирательные участки, но, как по мне, это тоже нарушение прав граждан, в том числе на тайну волеизъявления. Вот это серьезные проблемы, которые ставят под сомнение легитимность такого серьезного, большого и важного выбора граждан Грузии. Вот такая моя позиция. Any questions? Next one. Yes. So, okay. I will be go to the airport to the flight of the to the Ukraine and I will go now. Okay. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you.